Ребят, вы классные. Вы, в общем, очень хорошие и молодцы. Ну, лентяи. Ну, как-то так. Мое сильное качество – это смелость. Я ничего не боюсь и смогу заступиться за всех. Я всех предупреждаю, что встать с утра не может. Ну, я хочу пожелать всем своим одноклассникам счастья, здоровья, чтобы у них получилось сдать все-таки эти тяжелые экзамены, чтобы они поступили туда, куда хотят, чтобы их будущая жизнь была сладка, им было весело и хорошо, чтобы у них все было замечательно. Вот. Я на самом деле очень хочу, чтобы они все сдали экзамен хорошо и чтобы каждый работал, учился в том месте, в котором он хочет, а не куда его отправили родители или просто к чему они потеряют потом интерес. И хочу, чтобы Елена Григорьевна тоже все было хорошо. Молодцы! Классный, с ним очень весело, с ним всегда есть о чем поговорить. Вообще, я хочу пожелать всем моим одноклассникам, чтобы после 9 класса они нашли дело, которое им нравится, им занимались, и чтобы мы когда-нибудь еще встретились все вместе. Наверное, я хотела вернуть время вспять, как раз к началу года, чтобы начать готовиться. Я очень сильно волнуюсь. Я не знаю, все мои мысли сейчас точно ни о чем, если честно. Так как я хочу стать врачом, а для этого нужно очень много учиться и знать биологию. Поэтому я надеюсь, что смогу достичь своей цели и смогу стать врачом. Во всех ситуациях, когда там что-то как-то напрягает там или как-то что-то у меня не получается, могу как-то повернуть ситуацию в другую сторону, и ничего может не произойти. Ну, Елена Григорьевна, конечно, очень хороший учитель, хоть она и злая, но она очень честная, вот, справедливая. Пожелаю ей терпения, ну и здоровья, Хороший очень учитель, мне нравится. Всех очень люблю и целую. Я хотела бы получить хорошую профессию, такую, при которой я смогла бы путешествовать, побывать везде, посмотреть интересные места, да и повеселиться на славу. Хорошая память, это краткосрочно, очень помогает. Хочу открыть свое модельное агентство после школы, вот. Бизнес построить, вот. Пока развиваюсь в этом. Ну, я страйкболом занимаюсь, футболом, так, спортом. Модельные часто езжу, тоже узнаю что-то, куратором работала, какой-то фильм. Я бы хотела пожелать нашему классу удачи, чтобы у них все было хорошо, и чтобы мы... Я бы хотела, чтобы мы после, ну, кто-то уходит, кто-то остается, чтобы мы все равно общались, как бы виделись, и я очень люблю свой класс, и мне будет жалко, что мы расстанемся. Встретить работу, путешествовать много, заниматься спортом, и просто хочу радоваться жизни. И
Я бы хотела пожелать своим одноклассникам удачно сдать экзамены, и чтобы у них они удачно выбрали себе будущую профессию, и все у них было хорошо. Я надеюсь, что мы обязательно будем видеться после школы, и я по всем буду очень скучать. Я Елене Григорьевне, ну, я бы хотела пожелать всего хорошего. Я ее очень люблю, и она очень хорошая, классная руководитель. Сейчас, ну, на данный момент я хочу сдать хорошо экзамены, поступить в 10 класс и окончить наконец-то школу. Я, наверное, чересчур добрый. Все-таки нужно быть более, скажем так, суровым, жестким. Мечта у меня – это выучиться на МЧСника. Так как я после 9 собираюсь пойти туда, это помогать людям, как бы, получать много денег. Известным в узких кругах общества, но от кулинарии. Будущее, но это слишком сложно, это лишние проблемы, поэтому лучше учиться на своих ошибках и продолжать жить. Я считаю себя скромной, и мне кажется, это мое как бы основное качество. Ну, скромность. Ну, когда человек как бы старается не выделяться, так сказать, из толпы, как бы он ведет себя сдержанно и старается проявлять вежливость к окружающим. Уничтожить злых людей. Я не злой. Путешествовать по всему миру. Развиваться. Удачи в будущем и удачи. Я рисую и пойду в художественное. Я считаю, мое самое сильное качество – это мой патриотизм своей родине. Я люблю свою страну и желаю ей быть получше. Ну, учителям тоже желаю здоровья, побольше нервов, терпения. Потому что мы у них их уже много отняли. Были вместе, вот, и то, что мы все сроднились, хотя бывали маленькие ссоры, но это как так просто, как вода, вот и все, а так вот хороших воспоминаний, моментов очень много, вот, и каждый по-своему мне очень дорог, и это все так прекрасно. Изобретательность. Паяльник, паяй. Паяльник. Ну, хочу изобрести свою микроплатформу, маленький компьютер. С размером чуть меньше кредитки. Чтобы все хорошо сдали экзамены. Чтобы Елена, чтобы отдохнули хорошо. Я еще с детства мечтала стать модельером либо дизайнером, и сейчас я иду к своей мечте, стремлюсь, но сначала я, наверное, хочу получить высшее образование,
а потом, скорее всего, начну заниматься тем, что мне нравится. То есть я пытаюсь совместить полезное с приятным. Ученый никому не нужен.